еще не подписались на наш канал, друзья мои, обижайте, сделайте это прямо сейчас. Для вас это нажать одну кнопку, а для нас это огромная мотивация показывать вам всю технику и оборудование наглядно. Чтобы вы могли уже выбрать не по картинке, а смотрели, какие параметры, что же лучше, а что хуже именно для вас. Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Garden Stock. Меня зовут Алексей, и я его ведущий. Всех вас рад снова видеть. Друзья мои, вы у нас купили мотоблок, а может уже даже не один. Так почему вы еще до сих пор не купили у нас телегу? Сегодня я представляю отличные добротные чебоксарские телеги трех разновидностей. ТМ-250, ТМ-360 и ТМ-500. Их названия говорят о том, что они могут перевозить 250, 360 и 500 килограмм соответственно. Первая телега у нас одноместная, самосвальная. Вторая телега двухместная, естественно, тоже самосвальная. Задние откидные борта, что у первой, что у второй. Но у ТМ-500 будет и усиленная дышла, и двухместная, и каждый борт откидной. Цены. 19 990, 22 990 и 27 990. Таких цен нет ни у кого. Поэтому, если вас действительно заинтересовала телега, и вы хотите не просто ваш мотоблок использовать как культиватор, а на все 100%, к примеру, сгонять за пивасиком в магазин, либо транспортировать зимой снег, а летом весь садовый мусор, тогда смотрим это видео до конца. Первая телега на вид не внушает доверия, но, друзья мои, такие телеги мы продаем уже лет 8, и ни разу никто претензий ни одной не предъявил. Резина Петрошина, наша отечественная, завод чебоксарский не экономит, колеса 4 на 8. Так, смотрите, по габаритам самого корыта, здесь у нас метр на метр 20. Но не забывайте, что у первой и второй телеги будут колеса с подкрылками выступать по 13 сантиметров с каждой стороны. То есть, грубо говоря, 1,26 м калитка должна быть, чтобы он проходил. Кого интересует, какая колея у этой телеги, то она составляет 110 сантиметров. Само сиденье у нас здесь по типу скамейки, но еще использовать можно как ящик для инструмента. Здесь мы можем наблюдать инструкцию на русском языке. Сидушка достаточно мягкая, удобная, платформа под ноги большая, одному здесь будет комфортно. Сама телега оборудована у нас тормозами, тормоза будут ленточные, тормозит добротно, если отрегулировать, все хорошо. Также есть вот такая вот подножка, пока вы не прикрепили к мотоблоку. Кстати, паз идет стандартный, совершенно подходит на любой мотоблок. Обычная пальчиковая сцепка, ваш корень вставляете и тащите за собой телегу. У такой телеги максимальная скорость до 15 км в час. Когда будете выбирать телегу ТМ-250, обратите внимание на длину дышла, так как она здесь не регулируется. Давайте посмотрим тормоза, как устроены. Вот эта вот лента, когда мы нажимаем на педаль тормоза, тем самым мы ее натягиваем. И идет торможение. Вообще, практически у всех телег сейчас именно по такому принципу сделаны тормоза и считается самой надежной. Вес такой телеги составляет 80 килограммов. Высота бортов доходит до 23 сантиметров. Грузоподъемность, как я уже говорил, 250 килограмм. Телега является самосвальной. Задний борт у нее откидной. Какие-то сыпучие материалы везете, опрокинули, а высыпали, все хорошо. Но если вам надо перевезти какие-то объемные вещи, к примеру, сток сена, и вы думаете, ну что с такими бортами здесь можно перевезти? У каждой чебоксарской телеги есть вот такие вот отверстия для того, чтобы вставить какой-то металлический прут, либо деревянную палку, тем самым увеличить, и вы сюда нагрузить сможете сколько угодно. В общем-то, если вам не надо возить второго пассажира, и вы хотите сэкономить, то 19 990 – отличный ценник за такую телегу. Да еще и габариты у нее очень маленькие, поэтому на вашем садовом участке она везде пролезет и станет незаменимым помощником в ваших руках. Телега ТМ-360 – это любимица нашего магазина, это самая покупаемая телега. Цена – 22 990. Телега уже будет двухместная, с огромной платформой. Здесь ноги поставит один пассажир, рядом сядет второй, и вы можете с другом ехать хоть на рыбалку, хоть за дровами, хоть куда угодно. Дышла будет усиленная, профиль гораздо толще. Сиденье тоже больше, здесь целая скамья, инструменты сюда, да здесь можно ящик пиваса загрузить легко и домой на шашлыки. Так, высота бортов у самой телеги будет уже больше, составляет она 28 сантиметров. Ну и также габариты телеги, они тоже здесь будут больше. Здесь уже 1,20 м на... Опа, сейчас померим.
на 1,58 м. Но не забывайте, что колея у этой телеги тоже будет больше, и составляет она 138 сантиметров. Телега, естественно, самосвальная и также имеет задний откидной борт. Вообще, в принципе, эта телега чем замечательна? Ну, одному, во-первых, можно ездить, да, но всегда хочется с собой взять друга. И да, если вы даже ездите один, то, поверьте мне, места для пятой точки здесь будет гораздо больше. Удобная спинка, она тоже, кстати, мягкая. Как и в первом случае, телегу ТМ-360, а есть специальные отверстия, и можно какие-то металлические пруты, палки вставить, увеличить хоть на 2 сантиметра ее вверх, загрузить сено сюда за глаза сколько угодно. Колеса тоже будут уже большего диаметра. Если в первом случае были колеса 4 на 8, то здесь уже колесики 4 на 10. Максимальная скорость точно такая же, и будет она составлять до 15 км в час. Но мотоблок — это у нас не спортивный болид, на нем гонки устраивать не нужно. Что касается надежности и долговечности этой телеги, в инструкции будет написано: средний срок эксплуатации составляет 10 лет. Тормоза тоже будут идти ленточные, подножка есть при транспортировке ее ставить, но дышло будет вот такое же одноконтурное, как и в случае телеги ТМ-250. Давайте сейчас я ее переверну и посмотрим, как она и что она представляет из себя снизу. Чтобы нам ее сделать самосвал, вот здесь вот есть шплинт, мы его просто размыкаем, и тем самым телега у нас опрокидывается. Ленточные тормоза точно такие же, как и в случае ТМ-250. Но она здесь уже сделана более добротно. Здесь уголки уже 3-миллиметровые, а не 2-миллиметровые. Поэтому и грузить в нее не 250, а 360 килограммов можно. А эта грузоподъемность тем самым увеличивается на 110 килограмм. Переплата небольшая, всего 3000 рублей. 19 990, 29 990. Можно ездить вдвоем, большие габариты, удобный самосвал. Ну и колеса, конечно, тоже большего диаметра. Ну и последнее, это ТМ-500. Друзья мои, здесь уже сделано все серьезно. Усиленная огромная дышло, колеса уже убраны под саму телегу. Здесь колея тоже составляет 138 сантиметров. Чем такая телега удобна? А тем, что вы точно знаете, что габариты телеги и колея составляют одно и то же значение. Высота бортов такая же, 28 сантиметров, но габариты телеги опять же увеличились. Здесь уже идет 1,24 м, а не 1,20 м. И длина ее будет 1,78 м. Друзья мои, чем замечательна эта телега? Тем, что эта тележка предназначена для транспортировки крупногабаритных грузов. Как это все делается? Здесь у нас откидные борты не только задние, но и боковые тоже можно опрокинуть. Какую-то фанеру нужно перевести, которая реально объемная. Откинули, раз борт, два борт. И перевозите хоть что угодно, любой крупный габарит, хоть, не знаю, вам дрова надо из леса притаранить, без проблем. О, просто. Платформа позволяет себе любые стройматериалы перевозить. Дышло не одинарное, оно здесь двойное и выполненное в виде треугольника. Такая же огромная платформа, можно смело садиться вдвоем и ехать на любой дальничок. У самой большой телеги самые большие колеса, размер 5 на 10. Зовут изготовитель Петрошина. Колеса хорошие, не китайские. Так как у нас телега может перевозить грузы до 500 кг, то и крепление для колес здесь соответствующее. Если вам нужно сделать самосвал, то есть тоже шплинт, которым вы и размыкаете, чтобы опрокинуть эту телегу. Пока я эту телегу перевернул, сразу обратите внимание, здесь вот есть таких два металлических рычага. Вы их выдвигаете, вот первый и снизу второй. Это чтобы держать борт справа. И также с левой стороны тоже два металлических рычага. И тем самым вы будете держать борта слева. То есть вы можете их сделать, чтобы они были с телегой в один уровень, а можете просто опустить вниз. Телега, конечно, крутая, имеет самые лучшие технические параметры. Самый большой кузов, усиленное дышло, самые лучшие тормоза и крепление для колес. Ну и цена уже, друзья мои, 27 990. Итак, что мы имеем? Телега для маленького участка. 6-10 соток, отлично, подходит. 19 990, гоняете один. Скучно одному ездить, покупаем телегу ТМ-360.
Такая тележка обслужит с легкостью участок до 20 соток. Ну а свыше 20 соток, естественно, надо смотреть в сторону телеги ТМ-500. 500 килограмм грузоподъемность, любые крупногабаритные вещи она будет транспортировать. Ну и друга всегда можно взять с собой в дорогу. Друзья мои, все эти телеги есть в нашем магазине. Хотите приехать ознакомиться лично, приезжайте, посидите, посмотрите, какая подойдет лучше для вас. Не забывайте, что все эти телеги поставляются в разобранном состоянии. И в этом же виде мы привезем вам. Наш магазин находится по адресу Московская область, Пушкинский район, село Тарасов, улица Большая Тарасовская, дом 81. Легче всего в навигатор забить одно слово – «Гарденсток», и навигатор приведет прямо к нашему подъезду. Магазин находится всего в 10 километрах от МКАДа, поэтому домчитесь сюда за 5 минут. 6 полос в каждую сторону, пробок у нас не бывает. Не забываем, что наше видео есть не только на YouTube-канале, но также на Яндекс.Дзене, либо на Рутубе, поэтому где вам удобнее смотреть, там и смотрим. Выгружается оно везде одновременно. Если вы еще не подписались на наш канал, друзья мои, обижайте, сделайте это прямо сейчас. Для вас это нажать одну кнопку, а для нас это огромная мотивация показывать вам всю технику и оборудование наглядно. Чтобы вы могли уже выбрать не по картинке, а смотрели, какие параметры, что же лучше, а что хуже именно для вас. Если вам понравилось видео, ставим лайк и ждем вас в нашем магазине. До свидания, друзья. До новых встреч.